Гипс. И над бровями тоже. Была посмертная маска, Игорь Павлович. Да понятно. Маска. Почему-то все время маска. Псих, потому что. Станешь психом, Терещенко. Поймешь. Что, как в прошлый раз? Как обычно, колотая рана на шее, след от инъекции на предплечье. Смерть наступила примерно... Сутки назад, не больше. Вот, еще работает. Дочка у меня такое слушает. Першин, руки тебе оторвать. Ты не суетись, студент. Ставлю ящик коньяку, что пальчиков он тоже не оставил. Да. Что-то мне подсказывают коллеги. Свидетелей тоже не было. Вот здесь недалеко садовое товарищество. Надо бы попросить, может, кто что слышал. Ну, крики там, машины. Он запомнил номера, опознал водителя. Отставить. Пятый труп за 3 месяца, а мы шутим. Работаем. Я ведь сама к нему в машину прыгнула. Думал, тот самый. На белом коне. Да. Что же они ко мне-то не садятся, а? Доверия не внушаешь. Ты еще переуполномоченный. И машины у тебя нет. Взятки брать начну, будет. А что, предлагают? В том-то и проблема, коллега. В том-то и проблема. А это мой приятель КВ. И он уверяет, что не ел того несчастного туриста из Китая, останки которого были найдены в междуречии региона Маму. Карвай верит, что сожженное и перетертое в порошок человеческое сердце защищает их от вражеских заклинаний. И что, поглощая плоть врага, они обретают его доблесть и силу. Ну, а при хорошем раскладе и бессмертие. Новенький. Поведенческая психология. В прошлом году проводил семинар «Ритуалы, этнический оккультизм». Весь филфаком в очередь выстраивались. Аншлаг, слезы, в общем, полная лобильная акцентуация. Теперь и нам повезло. Так, ну, а это уже через неделю.
был удостоен, так сказать, чести разделить трапезу со старейшинами. По местному этикету нельзя отказываться от угощения. Печень чужака, да? Хуже. Видите, это саговое дерево, перетертое с личинками бабочек. Кстати, об этом дереве. Раз в год, во время его цветения, у карваев происходит праздник саити. Да. Но вот этим барышням, к сожалению, не повезло. Их выбрали для принесения в жертву местным божествам. Ну, избежать этой невеселой участи можно лишь, вступив в брак с кем-нибудь из соседнего племени. Да и то, если за избранницу дадут 5 свиней и пару комплектов луков. Тут такие новости, как я слышал. Не слышал. Либо нас не уважают, либо за дураков держат. Ага. Игорь Павлович! Игорь Павлович! Это как называется? И вам здрасте. Приказ. Приказ, Костя, это правовой документ, издаваемый руководством в целях... С девчатами мы теперь будем прикрываться, так я правильно понимаю? Недоверие, оказывается, Игорь Павлович. Ну, во-первых, не я высшее руководство, во-вторых, не прикрываться, а внедрять. Ну, я надеюсь, что схема ясна. Да ясна, ясна. Берем девочку, наряжаем, жучок в бюстгальтер, и все, вперед, по темным кварталам Чикаго. Да че вы? Я в кино такое видел. Да проще говоря, на живца. Ну да. Девочка будет работать в квадрате, где он предположительно подсаживал жертв. Ну, плюс-минус 500 метров. Барышень уже подбирают. Возраст, комплекция, физподготовка. А какая физподготовка? Он машину не выключит, и все, и поминай, как звали. Клювом щелкать не будете, не выключит. Все. Нет, не все. Байку хотите, Игорь Павлович? Мы как-то под Гудермесом держали Что? Да подожди ты, Игорь Павлович, это неинтересно. А, Константин Сергеевич хочет сказать, что барышня запаниковать может и все. Может. Но на то и инструктаж. Чтобы внедряемый мог оценивать ситуацию и правильно и вовремя отреагировать. Я вот могу отреагировать. Дмитрий Станиславович, она нет. Да, мы можем. Только мне юбки не идут, и на каблуках я плохо хожу. А у Константина Сергеевича ноги очень волосатые. Угу. Вот поэтому и пойдет девочка. Товарищ майор. Ну все отставить. В округе маньяк, а у вас никаких зацепок. Только байки, гонор, как у горилл в брачный период. За девочку отвечаете лично, оба. Все. Мы не могли передавать медикаменты карваям напрямую. Недоверчивые ребята сочли бы нас за пособников враждебных Ялли, которые хотят извести их род. И меня бы постигла участь того самого китайца. Поэтому мы оставляли коробки с медикаментами на их жертвенных алтарях, ну, чтобы карваи приняли их за дары богов, которые не спаслали им исцеление от лихорадки. У вас, я смотрю, назрели вопросы? Да-да, у вас. Или можете рассказать что-то новое про универсальные коды коммуникации? Я бы вам рассказала, Сергей Витальевич, но, по моему скромному мнению, слова – это всего лишь мыслеформы, которые искажают суть вещей, и поэтому… У меня вопрос. Пожалуйста. Вам не кажется, что эти маленькие карлики, которым вы оказывали помощь, просто банальные убийцы? И что с вашего молчаливого согласия этих бедных девственниц ждет неминуемая смерть. Это, по-вашему, не безнравственно? А что есть нравственность с вашей точки зрения? Это не тот универсальный код, о котором вы сейчас тут рассуждали. Типичная ошибка начинающего переговорщика. Все конфликты на Земле начинались именно из-за того, что кто-то считал свои моральные принципы универсальными для всего человечества. Нет, конечно, легко рассуждать в аудитории с кондиционерами о жизни 2000 несчастных, ютящихся на деревьях,
где из-за постоянных ливней почти нет животных, почти нет птиц. Зато есть малярийные комары, слизни, ядовитые змеи, гроздями свисающие с лиан. И несмотря на то, что в поселении нет пищевых отходов, ну, потому что попросту все съедается подчистую, вокруг тучами роятся мухи. И единственный способ пропитания – это кабаны, изредка увязающие в болотах, которых там, кстати, больше, чем суши. Представили? Да-да, отличное место для подвигов, очень красиво. Так зачем так далеко ездить-то? У нас тут тоже жизнь не сахар, есть кому помогать. Или слайды не такие красивые получаются. Прекратили, Сергей Витальевич, вы не слушайте ее, это у нее такой странный способ привлекать внимание. Гиперкомпенсация, комплекс защиты, ну, вы понимаете. Да-да, меня предупреждали, что на психфаке будет интересно. Продолжим. Чего ты на него наехала? Не знаю, ты объясни, ты же эксперт у нас. Просто он твое зеркало. Альтер-эго. Такой же инфантильный романтик, любитель острых ощущений. Господи. А сам он? Рохли-рохли. Ну, только я не романтик. А кто? Нормальная современная реалистка. С разрядом по экстремальному альпинизму. И вообще, мне плевать. Посмотри, эти узкие бедра, длинные пальцы, скулы, как у Дэвида Боуи. Ты мечтаешь иметь от него детей. Господи, что за детский сад? Он задержится после лекции. Ты зайдешь задать ему пару вопросов по курсовой. Вы сидите так близко, он убирает прядь с твоего лба. Ну фу, Ника! Фу. Ты не похож он на Дэвида Боуи? Ну и кто из нас после этого детский сад? Кандидат, конечно, не фонтан. Есть спортсменки, но не того профиля. Дзюдоисток смотрел, так у них там плечи, во. А ваш потрошитель вроде изящных любит. Так что работаем с тем, что есть. Вот, спортивная гимнастика, третий разряд. Гибкая, но... Балерина, в общем. Вот сильная реакция неплохая, но чуть что слезы. Попробовать, в принципе, можно. Но я предупредил. Так, баскетбол. Зверь-женщина. Ягудина, покажи. Молодец. Ну, если честно, будь я маньяком, даже не связывался бы. Так, альпинизм, горные лыжи, парашютный спорт. Короче, без башки наглухо. Сам бы новичок, но растяжка, реакция. Работать можно, да и внешне, сами понимаете. В общем, лучше, на мой взгляд. Жукова, покажи. Можно я сам? Ну, давай. Ну, давай. Тебе надо, ты давай. Что, я говорил? Никуда не пойдешь, поняла? Поняла, я сказал. Давай слева еще. Че ты? Здесь вообще-то женская раздевалка. А ладно, что за сексизм? Слово новое выучил. Молодец. Значит так, про операцию забудь, даже не суйся. Записала? Кто мне запретит? Это ты, что ли? Как вариант. Ну, не авторитет. Слышь, ты спортсменка, комсомолка. На тебя не слышки сигать. Там психопат и убийца, который любит резать сонные артерии. Мне очень страшно. Адреналина захотелось? Пожалуйста.
В машине вколят тебе метоксикал, ты отключишься, очнешься где-нибудь в лесу, где нет мамы и бабушки. Он будет сидеть на тебе верхом и резать твою чудную шею медленно и с удовольствием. Ни заорать, ни пошевелиться ты не сможешь. Метоксикал действует. Будет смотреть тебе в глаза, пока вся кровь не вытечет. И зрачки не станут стеклянными. Ну и ты же меня спасешь? Или что, лохануться боишься, товарищ лейтенант? Нет, курица бешеная. Зато я его поймаю. Я, а не ты. Бесит, да? Сунешься в операцию, забру к чертовой матери. Кость, ты помнишь, почему мы расстались, а? Напомнить тебе? Ненавижу, когда меня называют курица бешеная, и тупица, и цапля. Я ненавижу, когда читают мои СМС и запирают меня. Я буду ходить по нашему опасному городу, где и когда мне вздумается. А вешать на меня жучок, не вешать на меня жучок, это вам решать, товарищ лейтенант. Чао, какао. Держи. Забыла. Спасибо. Да не за что. Тебя подвезти? У тебя нет машины, Дим. Зато ты драться не умеешь. Я-то куплю машину, а ты так и будешь. Да ладно, нормально, не кисни. Для первого раза сойдет. Только ты захват порезче делай и группироваться учись, а то в шею свернешь. Поняла? Угу. Но есть один прием, владеющий им становится несокрушимым. Смотри. Короче, встаешь вот так, да? Эта нога здесь, это здесь. Угу. И такая, раз. Достала, нажала, распылила. Все. Целится прямо в глаза, поняла? Ты, тебе пистолет дашь? Маленький еще пистолет. Спасибо, сенсей. Все. Давай. Ты это... Лейтенант, не обижайся. Ну, ты знаешь. Да. Ладно, пока, Дим. Пока. Перехват надо делать сразу и ногой в колено или затылком в лоб. Пусти ее, Сергунь, хорош. Идет, мечтает. Плеер мой где? Вон валяется. Серый, дай. Ну что, в спортзале проще? То-то. Ладно, все, поиграл в шпионов и хватит. Давай топай домой, и никаких чтобы этих. А то поймает она его. Лара Крофт тоже мне. И это. Не обижайся. У тебя салфетка есть?
Не обижайся. На пяточках попрыгаешь, отойдет. Мам, ты знаешь, что у нас в квартире кошка? Мам! Кошка откуда? Не знаю. Мам! Под дверью мяукала. Я впустила. Ты же не любишь кошек. Красивая. Ну, а если чужая? Ну, выгони. Как в институте? Практикум теперь по вторникам. Семинар по социологии на среду перенесли. А еще буду наживкой для серийного маньяка. Я только что подралась с здоровым мужиком, которого нанял мой бывший парень. Рис и курица в холодильнике. Все нормально. Все нормально, спи. Константин Сергеевич, а че это вы бледненький сегодня какой-то? Самочувствие ваше как? Тошнота, болезненные ощущения в паху. Сейчас будут у кого-то. А что, я что-то пропустил? Ну, так товарищ лейтенант вчера хотел девушку в подворотне попугать. В итоге сам и получил. По самому дорогому. Жукову в воспитательных целях, чтоб вспомнила, как бояться. Серый перестарался, она обиделась. Слышь, Дембель. А ты часом меня фонарил? Проблемы. С чердаком у тебя проблемы. Старшим грубить не положено. Девочек бить нехорошо. А мертвые в канаве валяться хорошо? Ты что думаешь, что ее припугнула она и послушалась? Ты что, Риллер упал, не знаешь, что ли? Да вы психолог, Дмитрий Станиславович, как я погляжу. А вы быдло, Константин Сергеевич. О, наш уже работает. Грибник обнаружил, вернее, его лабрадор. В 6 утра за подосиновиком пошел, а там... В общем, он сразу позвонил, я как раз дежурство принимал. В 7:15 я уже был здесь. В картине я понял, что это по вашей душе.
Оставь. Кожный покров увидишь, не опознаем. В лаборатории сделаю. Забирайте. Слушай, грибник, вы же не здесь грибы собираете, да? Подъезжаете к дороге, идете вот в тот лесок, да? Много вас тут бывает? Из Петрушева едут, из-под липок. С четверга лило, как из ведра. Подосиновики полезли. Угу. Сам что-нибудь видел? Никого, командир. Как нашел, сразу вам позвонил. Документы были при ней? Ни документов, ни мобильника. На вид лет 20-25. Черт. Последняя была 3 дня назад. Да, что-то он зачастил. Медлить больше нельзя. Товарищ почувствовал безнаказанность и обнаглел. Я тогда запрошу у ДПСников записи с камер видеонаблюдения за вчера и за сегодня. Ну и сопоставим 17 числа. Запроси, Костя, запроси. Он за это время еще кого-нибудь подвезет. Девушку выводим сегодня. Погоди, еще кандидатура не утверждена. Утверждена. Как? Не обсуждается. И имейте в виду, если хоть еще один труп... То лейтенант Першин пустит себе пулю прямо в лоб. И ты тоже! Все, работай. Перед вами жрицы племени Мирсу. Во время священного ритуала они насыпают на вот эту самую тарелочку дурманящее снадобье. И за компанию с супругом слизывают его. Обряд называется «Поцелуй смерти». Слизывают это как? Ну, чтобы продемонстрировать это, мне бы пришлось удалить 2 нижних зуба и растянуть свою губу до размеров тарелки Дебби. Боюсь, вам не понравилось бы это зрелище. Итак, дальше. То же самое снадобье они бросают в костер. Мужчина ложится на жерди над очагом. И пока бедолага в дыму грезит об удачной охоте, супруга вдувает в рот ему смертельный порошок. Ритуал заканчивается рулеткой смерти. Что это значит? Срек, верховная жрица, обходит хижины и в рот отравленным мужчинам кладет спасительное противоядие. И никто, кроме нее и священного духа Ямда, не знает, всем ли мужчинам племени жить дальше или нет. Антидот, увы, достается не каждому. И тогда Срек рисует на загубной тарелке вдовы белый крест. Такая женщина возводится в ранг верховной жрицы, так как исполнила свой долг перед всемогущим Ямда. Да, опять спросите, почему я стоял в стороне и не заявил на племя в Организацию Объединенных Наций? Можно выйти? Сергей Витальевич, можно пару вопросов? Без вашего личного психолога? А это не опасно? Ну, хватит. Я нормальная. С чего такая уверенность? Ну, мне хотя бы не доставляет удовольствия находиться в обществе незнакомцев, для которых нормой считается убийство себе подобных. То есть, по-вашему, ненормальный я? Ну, слушайте, вы так рьяно защищаете права людоедов на самоопределение. Эти людоеды, как вы высказались, знают о мире куда больше, чем мы с вами, и не нуждаются ни в каком самоопределении. Их природные сенсоры не атрофированы. Они слышат голос Земли и учатся у своих мертвых. У них нет разделения между нашим и верхним миром. А значит, нет того парализующего страха смерти, который заставляет разум цепляться за всякие материальные хламы и примитивные схемы, которые вы мне тут вырисовываете. Ну, нет же никакого верхнего мира. Вы сами прекрасно об этом знаете. Человек умирает, потом его закапывают в землю, и там его жрут черви. Все. А вы правда не пробовали ходить к психологу? Ну, надо же что-то делать с этими вашими паническими фобиями. У меня нет никаких панических фобий. Разумеется. Такие, как вы, любители прыгать вниз головой, обычно чем-то сильно напуганные люди.
В юности я тоже был идиотом. И тоже прыгал, как Спайдермен. Простите, как вас? Лера. Лера Жукова. Так в чем же ваша проблема, Лера Жукова? У вас на глазах переехали вашу собаку, умерла ваша бабушка. Что? А ваша в чем проблема? Вообще-то это вы ко мне подошли, а не я. Вот вам совет бывшего экстремала. Перестаньте играть со смертью. Вы все равно не сможете ее контролировать. И она никогда не станет вашим союзником. Ей наплевать на вас. Так же, как и на остальных. Единственный способ справиться с ней – стать такой, как она. Просто не думать о ней. Смерть – это всего лишь слово из 6 букв. Ее просто нет. Все? Это весь ваш совет? Нет. Еще надо исправно посещать лекции и вовремя сдавать сессию. Хороший вы преподаватель, Сергей Витальевич. Пошутили и попугали. Умеете материал подать. 5 вам. Поднатаскался. Вы попробуйте кучке недоверчивых сомалийцев, которые ни разу не видели ложку, объяснить, что такое гентамицин. Поклонник? Маньяк. Преследует меня. А вы не пробовали звонить в полицию? Или у вас тайная страсть к маньякам? Он сам из полиции. Бывший мой. Считает своим долгом меня опекать. Ну, тогда я пойду. Не люблю связываться с представителями власти. Приятно было поболтать. До свидания. Здрасте. Здрасте. Чё за тип? Парень мой. А что? Ничего, рожа знакомая. Исключено, если только ты не водил хороводы в Южном Судане, поклоняясь Ямде Всевидящему. Чего? Ничего, чё тебе надо, Кость? Прощения пришел просить. Проси давай скорей. В общем, я тупой, неотесанный гоблин, недостойный звания российского офицера. Сам придумал? Нет, Дима посоветовал. Ну, я так поняла. Сказал, не упадешь на колени, на глаза не показывайся. Я тебя простила, все? Нет, не все. Если уж тебе прям так приспичило рискнуть здоровьем, то я, как идеальный бывший, ну, не стану тебе в этом препятствовать. И в знак того, что мне глубоко наплевать на все, что с тобой происходит, прими в дар. Короче, тебе, Жукова. Пойдем, примерять будем. Зарядки хватает на 8 часов. Режим ожидания не переводи. Радиус покрытия где-то 500-600 метров. Но мы будем стараться держаться ближе. Рукой не перекрывай и не швыряй нигде, поняла? Хорошо. Боишься? Нет. Неправильный ответ. Бояться надо. Хорошо. Так, ну что, отслеживать мы тебя будем по навигатору, по GPS. Надеюсь, что до этого не дойдет. А черт его знает. Мобильник всегда держи при себе. Переносной зарядник есть? Нету. На. Дарю. Спасибо, Кость, но по теории вероятности мои же шансы сегодня равны нулю. 4-я убитая была найдена 10 мая. Следующая 17-го, потом 19-го. И последняя, я надеюсь, что последняя сегодня утром. Видишь, интервал между жертвами сокращается. Так что, Лера Павловна, тебе вполне может повезти. Костя. Чего? А вдруг смерти не существует? Не понял. Вдруг это просто слово из 6 букв? Ты вот это им скажи. Так, ну что, все. Поехали.
специально. Не сомневаюсь. Так. Кофточка, рожденная в 19 веке, путем разделения платья наверх и низ. Сколько букв? Раз, два, три, четыре, шесть. Блузка. Да, подходит. Батарейка у нее когда сядет? Часов через пять. Да я про плеер. Первый взгляд, как будто не видна. Так, столица Кот-д'Ивуар. Первая А. Я не знаю. Томилин. Столица Кот-д'Ивуар. Первая А. А букв сколько? А тебе что, поможешь, что ли, типа? Тёть, дай 20 рублей. Мальчик, ты маньяк? Нет. Тогда свободен. Конечно, не хочу никого расстраивать, но мне кажется, меня сегодня не убьют. Может, по домам уже? Да, алло. Алло, Лер. Ладно, сегодня отбой. Стой там, сейчас мы тебя заберем. А, слушай, и тут еще лейтенант Першин интересуется, какая столица Кот-д'Ивуар? Чего столица? Кот-д'Ивуар? Ему сукну, но фактически Абиджан. Я перезвоню. Жукова, вы что, преследуете меня? Нет, я ждала автобуса. Ладно, если те две подхватите, довезу до дома. Ну свист тут же, жалко. А что за дядя-то? Знакомый, что ли? Не думал, что в наше время коробки такой дефицит. Препод, походу. Ой-ой. Аккуратно. Вам в Москву или в нашем захолустье обитаете? Вересаева, 8, квартира 12. Прошу. За ним. Томилин, преследуй Мерс. Понял. Коготь каймана. Священный фетиш колдунов Маконды. Шаманка подарила. Красивый. С его помощью на лице усопшего рисует магический знак. А потом снимают глиняную посмертную маску. Кто он? Да не дергайся ты. Держи дистанцию. Застывшие лики развешивают на стены хижин, и души умерших остаются в племени навсегда. Что, боитесь? Нет. Сволочь.
там ремонт. В объезд быстрее. Томилин, они развернулись. Давай, сейчас мимо вас проедут. Вот сволочи. Вы прямо, вы налево. Першин, летим по Богуславского, их нигде нет. Что у вас? Не видим. А сигнал? Нет сигнала. Эта певица рюкзаком в багажник засунула. Томилин, звони всем постам, мы их потеряли. Внимание всем постам! Остановить Мерседес серебристого цвета, госномер Сергей 555, Роман Харитон. Томилин, давай рви путилку, вон через барышек может прорваться. Нету, Кость, всех на уши поставили. Ни на Пятницком, ни на Волоколамке. Мразь. Чего там с сигналом? Ну куда они? Сквозь землю, что ли, провалились? Не пришел? Что? Ну, тот. Кого там ждали? Я не хожу на свидание. Тогда что за маскарад? В смысле? Девушка, которая берет у подруги юбку и туфли на шпильках, либо идет на свидание, либо ищет приключения. Это мои туфли. Кляйн, Габбана. Не подглядывайте. Монти. Это Сержио Монти, и все, разговор окончен. Отклоняется. Моя машина, мои правила. Ну, тогда остановите, я выйду. Еще чего. Попались вы, Лера Жукова. Что вам надо от меня? Не догадываетесь? Пробили его по базе, Кость. Владелец машины Шульц Сергей Витальевич. Ни судимости, ни приводов. Шульц. Точно.
точно. Знакомый? Сейчас, погоди. Томилин, пусть нахабино все оцепят, как понял меня прием. Понял. Догадываюсь. Отвешивайте негативные комплименты, чтобы сбить меня с толку. И зачем, интересно, мне это надо? Мстить. За то, что я подвергла сомнению ваш героизм. За то, что я сказала, что вот это вот все понты и повод для селфи. Я уверена, будь я мужиком, вы бы уже мне в морду дали. И как? Месть моя удалась? Не. Ну, а тогда почему вы тут из штанов выпрыгиваете, громоздя очередную теорию, которыми и так захламлен ваш неокрепший мозг? Ну, а что, вы не согласны? Скажете, я не права? Что вас совсем не бесит, когда женщина многоумничает? Я всего лишь довожу вас до дома и развлекаю пустой болтовню. Не усложняйте, не давайте всему оценку. Миру все равно, что вы там о нем думаете. Сейчас опять будете в пример мне приводить этих своих с тарелками вместо губ? Ну, во всяком случае, они не нападают, когда хотят понравиться. Не корчат из себя храбрецов, когда напуганы до полусмерти. И не носят юбки, если им больше нравятся джинсы. Они честны перед самими собой. И это, поверьте, им очень к лицу. Ну, извините уж. Меня испортила цивилизация. А, это легко исправить. Через пару месяцев у меня экспедиция в Сомали. Могу взять вас с собой. Будем изгонять ваших демонов. Вы что, на свидание меня зовете? Размечтались. Обычный факультатив. И вообще, я женат. Да бросьте. Долговязая Марджани, племянница вождя Джекуту, досталась мне в знак особого расположения. Вместе с мешком табака и амулетом из кабаньих зубов. Ну что, она вас там типа ждет? А вы ревнуете? Нет, не дождетесь. Опять врете. Лера, вас очень занимает это маленькое приключение. Одна, в машине, с забавным преподом. Разве не так? Не знаю. Может быть и так. Ну вот видите, не так уж страшно говорить правду. Туфли ваши? У соседки взяла. Бинго. Заслужили приз. В бардачке справа. Посмотрите. О, есть сигнал. Где? На Вересаева. Где? Да у дома ее где? Алло, ну ты как там? Нормально. Он довез меня до дома и высадил. Как до дома? А сам он где? Уехал. В смысле уехал? Ладно, стой там и никуда не уходи, сейчас подъедем. Томилин, давай отбой. Нашлась, тела невредима. Какой отбой? Убрать надо, Дима. На каких основаниях, Костя? Цела? Да нормально все. Что нормально? Давай, рассказывай. Ну что он меня просто до дома подвез, Кость. Болтали в машине. Подарил коготь. Зачем? Сказал о демонов, я не знаю. У него еще один такой есть. Говорили о чем? О туфлях. О Сомали говорили. Можно я домой пойду, пожалуйста? Погоди, стой. Что-нибудь такое подозрительное в машине валялось? Машина как машина, Кость. Ну правда, я устала, ребят. Погоди, стой. Ну, что-нибудь приставал к тебе, озирался. Я не знаю, ну, что-нибудь такое.
Да не он это. Пока. Да. Красавчик это Сергей Витальевич. 20 минут и бравый солдат Джейн превратилась не-не-не-не-не-не в дюймовочку в какую-то. Высокохудожественное трепло. Угу. И тачка у него, как у Бонда. Фамилия, опять же, иностранная. Рассказики про папуасов. А у тебя что есть? А, Константин Сергеевич. Японский унитаз и незатейливый дембельский юморок. Зато я ему могу ноги сломать, а он мне нет. Сдается, Константин Сергеевич, это что-то личное, да? На лекции он вел в ДК Орловой. Психология убийства. Меня туда от отдела направляли. Короче, бред и полная мутатень. Плюнул, уехал. А чё так? Да потому что нет никакой психологии убийц. Они твари и мрази. И засажу я этого любителя посмертных масок лет на 15. Поехали. В наше образование адрес пробей. Да не дадут тебе орден. Обойдемся. Спасибо большое. А скажи, это Кляйн или Росси, а то там лейбл стерся. Лакруа, что? Ничего. Спасибо. Игорь Павлович, дайте ордер на обыск квартиры Шульца. И вам доброе утро. Здрасте. Кто такой? Жукова вчера на машине подвозил. А, слышал. А он что, приставал к мне? Увез в лес, совершал насильственные действия? Нет. А за что тогда? За частный извоз? Насколько мне известно, денег он тоже с него не взял. Игорь Павлович, тут оленю, понятно. Он заметил слежку и тупо слился. А, домыслы, домыслы. Я так и слышу гнусный голос его адвоката. Ну, вызывайте тогда поисковую бригаду. На Минке будет очередной труп. Это что, приступ ясновидения или вспышка павиания ревности? Игорь Павлович, ну не смешно, ей-богу. Потому что делом надо заниматься, а не сводить счеты, товарищ лейтенант. Так вы мне дайте ордер, я займусь делом. Основания. То, что он ей в машине про маски втирал, не основание? Я вчера тоже рассуждал про технику вбрасывания, но это не делает меня Зинедином Зиданом. Вот что, если твоя бывшая подтвердит, что он вел с ней подозрительные беседы, я вызову его на допрос, на разговор. И то только для того, чтобы он пожал плечами и рассмеялся мне в лицо. Все, работаем. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия. Черт. Телефон. Телефон, включай. Аппарат.
Костя. Здравствуйте, Андрей Григорьевич. Леру позовите. А нет ее. Давно ушла? Она не приходила. Она вчера собиралась у Ники остаться. А ты позвони ей, Кость. Как же, я не додумалась. О, Мань, привет. Привет. Тебе Лерка вчера туфли вернула? Да. И домой пошла? Нет, ее у подъезда машина какая-то забирала. А номер машины Марк случайно не запомнил? Нет, я смотрела в окно, там было темно, я не помню. Мань! Ну, БМВ, Мерседес, я не знаю. Нет ее. Он, короче, дождался, пока мы уедем, пошел за ней. Давай, звони нашим. Костян, подожди. Есть сигнал. Где? Еще 500 метров и направо. Нет ордера. На каком основании? Брать ее надо было, Дмитрий Станиславович, брать! Да спокойно ты! Что спокойно? Да 200 метров еще! Ты сам, что ли, матери ее будешь объяснять? Сейчас направо. Так, ну направо, да давай! Какой направо? Ну да я-то откуда знаю, куда направо? Кость, сюда. Открываем, полиция! Не люблю причинять ущерб. Короче, входим! Станиславович, давай. Раз, два, три. Вообще-то там звонок есть. Где она? Извините, можно почетче? А так? Теперь чуть-чуть повежливее. Слышь ты! Жижа навозная! Сейчас башку прострелил, где она, мразь? Кость! Здесь она, на мели. Давай машину его. Лерка! Цапля, ты чё? Скорую звони! Да едут уже. Эй! Эй! Возвращайся! Ты слышишь меня? Эй, ты как себя чувствуешь? Он тебе что, вколол, что ли, что? Двигаться ты можешь? Доброе утро. Может, кофейку? Что вы здесь делаете? Дровосеки мы. Пришли за волком. Бабушку, правда, спасти не удалось. Какую бабушку? Где Сергей Витальевич? Где положено, не бойся. Вези его оформлять. Ага. Скоро подъеду. Он тебе сделал что-нибудь, Лера Павловна? Да слайды мы смотрели. Поил, может быть, что-нибудь. Я взрослая, мне можно. Поточнее, можно? Да чай мы пили, ну, Кость. Что ты хочешь сказать, что только от чая тебя вот так вот выключило? Уснула я просто, отстань уже. Проснулась бы с улыбкой на шее. Кость, ну не страшно, правда. Езжай домой. Жукова, ты что, прикалываешься? Или ты реально не одупляешь ситуацию? Кость, скажи, ты вот каждому моему знакомому, да, будешь так врываться в дом? Нет. Только к тем уродам, которые сажают тебя в машину и тащат в лес. Кость, я тебе сказала, это не он. Это не тебе решать о прокуратуре, он это или не он. Поехали. Вы что, обалдели совсем? Першин, ты идиот? Я мент Жукова, а он подонок. Тут вполне реально адекватная ситуация. Ты права никакого не имеешь. У тебя что, улики есть? Или, может, ты его с поличным поймал? На 48 часов очень даже имею. Статья 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Тогда я пойду и скажу, что я приехал сюда добровольно, и никто меня к этому не принуждал. Вот когда понадобятся твои свидетельские показания, тогда тебя вызовут повесткой или лично звонком. А сейчас домой, помогать маме готовиться к сессии. Я все-таки должен уточнить. Вы действительно не настаиваете на присутствии адвоката? А мне нужен адвокат? Ну, по закону имеете право. Ну, я надеюсь, вы не будете ущемлять мои гражданские права. В отличие от того неучтивого полицейского. Вы знаете, очень не люблю, когда мне ломают руки. Нет-нет, все будет в рамках закона и процессуальной этики.
Замечательно. Приступайте. Вы мне разрешаете. Спасибо. Итак, где вы были 17 апреля вечером от 18 до 0 часов? А, этого года? 2015. Да где угодно. Машину в сервис отгонял. Хотя нет, это было 15-го. А вещи на дачу перевозил, коробки... 17-го. В то же время. А, вот это помню. 17-го я весь день был в университете. А около 6 часов поехал домой. И находились там до 0 часов? Да. Кто-нибудь может это подтвердить? Вы знаете, а никто. Извините, а я хотел уточнить. Меня в чем-то подозревают? В округе совершено 6 серийных убийств. Жертвы – красивые девушки 17-25 лет. Их тела с перерезанной шейной артерией были найдены в лесу вдоль Минского шоссе в квадрате от 5-го километра до 26-го. И на жертвах обнаружены мои отпечатки? Нет. Вот жалость. Это ощутимо бы упростило вам задачу. Верно? Вчера поздно вечером вы отвезли свою студентку Жукову Валерию как раз в тот квадрат, где были совершены преступления. В машине вы завели разговор о снятии посмертных масок, что является характерным почерком преступника. К тому же на момент совершения последних двух преступлений вас нет алиби. Улики, конечно, косвенные, но на вашем месте я бы сильно меня подозревал. Сергей Витальевич, это вы совершали убийство? А если я скажу нет, вы мне поверите? Господин Шульц, мне почему-то кажется, что вы не спешите оказывать содействие. Вы правы, не спешу. Я, как естествоиспытатель, люблю смаковать подобные сцены. Чувствую себя этаким, знаете, Эдвардом Нортоном или Кевином Спейси. Поэтому давайте, давайте, задавайте ваши вопросы, пока мне и вам не наскучило это мероприятие. Скажите, гражданка Жукова села к вам в машину добровольно? Вы знаете, нет. Но она была вынуждена это сделать. Что-то потеряли. Сергей Витальевич? Нет, это какой-то идиот, который попытался быть вежливым. Ваши? А, да, спасибо большое. В багажнике звенели, я подумал, вам их будет не хватать. До свидания. Подождите. Простите меня, пожалуйста. Не дотрагивайтесь до меня. Ну ладно, бросьте, я не хочу, чтобы вы шею свернули в моем подъезде. И вы думаете, это отразится на вашей успеваемости? Я не знаю, это вам решать. Ну, можете не сомневаться. На сессии я 3 шкуры с вас спущу. Люблю пользоваться служебным положением. Я на вас тогда накатаю записку в деканат. Отличный способ просить прощения. Как вы меня нашли? А ничего, что я вас до дома подвозил? Я имею в виду квартиру, номер, как узнали? Ну, вы сами зачем-то его сообщили. Потом, видимо, забыли ключи, чтобы я пришел сюда, и вы благополучно
Спихнули меня с лестницы. Потому что не надо подкрадываться сзади. Ну, извините, я как-то не учел, что у современных дам развита паранойя и плечевые бицепсы. Все, спасибо. Дальше я сам. Как вы поведете сам? Я не знаю. Такси вызову. Слушайте, ну ладно. Что у вас, механика или автомат? А вы что, хотите побыть моим личным водителем? Я хочу хоть как-то загладить свою вину. И вы думаете, я доверю вам свою драгоценную жизнь? Вы наивнее, чем я полагал. Сергей Витальевич, у вас выбора нет. А чем вы и гражданка Жукова занимались после того, как она довезла вас до дома? Ну, это лично, гражданин начальник. Не для протокола. Мне повторить вопрос? А гражданка Жукова вам не рассказала? Мы у нее спросим, вы не переживаете, и так. Окей. Ничего такого, что могло бы заинтересовать следствие, мы не делали. И тем не менее. И тем не менее. И тем не менее. Вы не поверите. Мы ждали такси. Проезжаете развилку и сразу налево. Да, там указатель будет и старая водонапорная башня. Да, едете вперед, 500 метров, никуда не сворачивая. И увидите справа серый такой. Да, дом номер 9. Спасибо, ждем. Смотрю, нога-то у вас прошла, да? Ой, правда. Видимо, страх улететь в канаву победил боль. Я вообще-то хорошо вожу. Не успел обратить внимание. Все время жмурился. Ой, бросьте. У вас просто наверняка даже вывиха никакого не было. Вы просто такой же нюни, как все мужики. Браво. Вы меня раскусили. Чай будете? Сейчас же такси приедет. Сомневаюсь. Этой избушки нет ни на одном радаре. Так что вы застряли надолго, Лера Жукова. Здорово. А я предупреждал. И как вы тут один живете? Не страшно? Ну, почему же один? Ко мне иногда енот приходит. И еще назойливый паук-крестовик. Ну, первый еще ничего, а второй напрягает. Вы что ж, насекомых боитесь, а? А как вы тогда по своим джунглям-то бродите, а, господин Шульц? Ну, потому и брожу. Надо же как-то бороться с фобиями. Помогает? Еще как. Одна ночь с тарантулом в спальном мешке, и ни один русский муравей тебе больше не страшен. Я на самом деле вас очень хорошо понимаю. Мне когда 5 лет было, меня забыли на улице, потеряли. Я целый час одна бродила там, ревела ужасно. Потом не могла из дома выйти, просто до истерики, мура. В общем, меня водили к психотерапевту, и хомячка мне потом купили, ничего не помогало. И потом оно как-то само прошло. И папа меня на горные лыжи тогда поставил, чтобы я вообще ничего никогда не боялась больше. Папа теперь, наверное, гордится вами. Папа погиб. Ну, все в порядке, я пережила. Теперь, когда я каждый раз прыгаю с этой дурацкой вышки, я все время представляю, что он где-то рядом со мной. Говорит, что все будет хорошо. Опять врете, Лера. Если бы вы пережили, то лежали бы сейчас в своей кроватке и видели пятый сон. Они изливали душу в лесной чаще малознакомому типу. Да, конечно. Я закомплексованная, трусливая дура, которая понятия не имеет, что она чувствует на самом деле, да? Как-то вы меня так раскусили, Сергей Витальевич. Вы за это меня так ненавидите? А вот теперь вы врете. Прекрасно знаете, что это не так. Вы быстро учитесь. В вашем доме
было обнаружено большое количество сильнодействующих релаксантов. Вы можете это объяснить? Из-за травмы у меня случаются сильные боли в спине. Могу показать рецепт и заключение моего терапевта. В таком количестве? Хорошо. Излишками я опаиваю своих легковерных студенток. Довольны? Мне так и записать? Начальник, вы правда думаете, что я серийный маньяк? Флавовирус. Она же желтая лихорадка. Красивая, да? Переносится тропическими комарами и оседает в лимфатических узлах. Смерть наступает через 10 дней. Малярия. Переносится внутриклеточными бактериями. Озноб, слабость, головная боль. Эта дрянь убивает ежегодно 2 миллиона африканцев. Вот так сидишь, строишь великие планы, а какая-то мелкая гадость уже решила, что ты обречен. А все потому, что она тебя видит, а ты ее нет. Ну вы-то ее победили. Может, мы, может, шаманы Маконды. Не все согласились принять вакцину, чтобы не мешать духам исцелять. Вы правда во все это верите? Никто не знает, как выглядит смерть. Может так. А может так. Узнать невозможно. А главное, бессмысленно. И что делать? Просто смотреть на нее спокойно и беспристрастно. Так же, как она на тебя. Чтобы хоть как-то уравнять шансы. Да. Шеф, докладываю. Пока мы доблестно скакали по лесам, нашлись родители жертвы, опознали труп. А, еще есть запись с камер видеонаблюдения, снятой в день убийства. Короче, приезжай. А, еду. Сама дойду. Прошла уже один раз. Доволен? Еще раз выключишь телефон, выпарю. Костя! Открой дверь! Верни ключи! Ключи верни! Верни мои ключи! Придурок! Маш! Маша! Маш! Маша! Спасибо. Не спрашивай.
Вот она. Угу. 17:58. Мотай дальше. Стоп. Выходит. А с кем это она? Угу. Константин Сергеевич, ты не поверишь. Куда с таким справедливым лицом? Где у вас показания дают? Показательный. Только на другом конце города. И строго по записи. Очень смешно. Можешь исповедоваться мне, Лер. Встань, пожалуйста. Что тяготит тебя, дитя мое? Взяла без спроса чей-то велосипед? Ты нагрубила бабушке. Господи, тяготит меня то, что к Шульцу я поехала добровольно. А вы, придурки, его скрутили. Где Игорь Павлович сидит? В каком? В 27-м? Очень благородно с твоей стороны, Лер. Но только господину Шульцу это не поможет. В смысле? В смысле? 105-й ему светит. В смысле? Ну, рассказывай. Машину помоешь? Дим, я серьезно. Я тоже серьезно. Лицо, не имеющее должностных полномочий. Да я не имею полномочий. Я одна там на шпильках шлялась, пока вы отсиживались в машине. Говори давай. Не ори, пожалуйста. Тут люди работают. Ладно, значит так. 17-го в 18:00 убиенная зашла в аудиторию к Шульцу. А в 18:30 они оба вышли из аудитории, направились к выходу. Это подтверждают охранники и запись с камеры видеонаблюдения. И что? Ну, в смысле, ты сам понимаешь, что они могли выйти вместе, а потом разошлись по разным сторонам? Да. Только свидетелей не было. И у господина Шульца на этот день отсутствует алиби. 17-е, да? Это же пятница. Пятница, 18:30. Он был один. Значит, вечером 17 апреля после 18 часов вы видели Шульца Сергея Витальевича, который подходил к своей машине, припаркованной у института, и был он совершенно один. Так точно. Вам известно, куда в тот вечер намеревалась пойти ваша сокурсница Вероника Ширина? Ника. Ну, вы же подруги. Да. Я не помню. К врачу, по-моему. К зубному, по-моему. Я не помню. А при чем здесь Ника? А при том, что на следующее утро ее тело было найдено в лесу с перерезанным горлом и гипсовой маской на лице. Смерть наступила через час после того, как она покинула здание института вместе с Сергеем Шульцем. Он задержится после лекции. Ты зайдешь задать ему пару вопросов по курсовой. Вы сидите так близко, он убирает прядь с твоего лица. Теперь вы по-прежнему будете утверждать, что видели Шульца в 18:30? Гражданка Жукова. Лера. Лера, может, воды вам? Так нельзя, вы понимаете? Лера. Так нельзя делать. Я же человек, я сама на психолога учусь. Я все эти ваши подкаты прекрасно знаю. Вы что хотите, чтобы я сейчас побежала показания изменила?
Может, мы еще злого копа позовем, а? Лера, ты не понимаешь. Да вы не понимаете, Игорь Павлович. Катитесь вы знаете куда. Потому что это подстава, это свинство, так нельзя делать. Лера, ты куда? В прокуратуру жаловаться. Пусть вас уволят и посадят потом. Ясно? Устроили 37-й год. О, Лера Павловна. И вас уволят тоже. Тебя, потом тебя. Погоди. Привет. Так случилось, что я сейчас не могу говорить. Скажите, кто вы, что вам нужно, и, может быть, я вам перезвоню. Представляешь, этот дятел из ментовки только что сказал мне, что тебя убили. Ты видел, с каким папским лицом он это все говорил. Мы с тобой встретимся, ты ему диагноз поставишь, я тебе покажу. Перезвони мне. Привет. Так случилось, что я сейчас не могу говорить. Скажите, кто вы, что вам нужно, и, может быть, я вам перезвоню. Я хочу, чтобы это все оказалось неправдой, чтобы я сейчас пришла в институт, а ты там была, понятно? Скажите, кто вы, что вам нужно, и, может быть, я вам перезвоню. С помощью на лице усопшего рисуют магический знак, а потом снимают глиняную посмертную маску. Кто не знает, как выглядит смерть? Может так, а может так. Узнать невозможно. Свободу с чистой совестью? Не одолжите на такси, служивый. 300 рублей буквально. Может, еще и до дома подбросить? Буду очень признателен. Но если вам трудно, я могу и пешком. Шутить изволите? Ну, давай, давай, пошути, Сергей Витальевич. А я посмеюсь. Давай. Чувство юмора появилось. Мои поздравления. Значит так. Говорю один раз, повторять не буду. Поэтому записывай сразу сюда. Я тебя, урода, насквозь вижу. И чего бы там ни придумали твои гномики на поехавшем чердаке, тебе, дядя, ничего не удастся сделать. Можно помедленнее? Я записываю. Записывай, записывай. Мой город. Я не позволю какой-то заезжий, потасканный тле метить здесь территорию. Простите. Как вас? Константин Сергеевич. Константин Сергеевич, мне сейчас, право, тяжело разобрать контекст вашего местного диалекта. Я устал, не брит, и способен лишь думать о горячем душе и глотке ароматного эспрессо. А кадык тебе, сударь, не выбросьте? Лучше посодействовать материально. О, молодой человек! А у вас 300 рублей не найдется? Не найдется. Слушай, лейтенант, мне тут японца с 7-летнего предложили. Леворукая. Как думаешь, брать, не брать? Подальше от Жуковой держись! Тебя предупредил. Пойдем, покажу. Пойдем, пойдем.
Слушай, мне тут сестра витамином подогнала. Швейцарский, от нервов? Нормально у меня все с нервами. А у меня нет. Ору, что-то на людей набрасываюсь. Да. Стоматология Daily Smile. Здравствуйте. Прослушайте информацию по новейшим способам несъемного протезирования и беспрецедентным скидкам. А, нет. Спасибо, неинтересно. Эта хитрозадная мразь сейчас чешет домой, поэтому моя несдержанность вполне адекватна. Витамины потому что не пьешь. И все. И, кстати, презумпция невиновности тоже никто не отменял. Да. Алло. Сезонные скидки на первичную консультацию, панорамный снимок, депульпирование зубного нерва. Я же вам сказал, неинтересно. Что мне, прощения у него попросить? На плече разрыдаться? Что? Перебор, конечно, но тогда есть вероятность, что он не напишет на тебя кляузу, и тебя не отстранят от дела, Костя. Слушай, знаток процессуальной этики. Да, я вас слушаю. Также до конца месяца у нас действует специальное предложение по установке... Слушай, завали уже, айболит, а? И снятие гипсовых слепков. Что? Она сдохнет, как и все остальные. Ты ведь и сам это прекрасно знаешь, да, лейтенант? Ты ничего не сможешь с этим поделать. Это просто случится, Кость, как всегда. Если хотите записаться на прием прямо сейчас, нажмите 1. По вопросам семейного обслуживания нажмите 2. Витамины. Многие современные историки считают, что в античном мире человеческие жертвоприношения носили единичный характер. Но мы имеем свидетельство их массового применения, как у римлян, так и у греков. Лишь в некоторых античных культах человеческие жертвоприношения основаны на убеждении, что Бог наслаждается в употреблении человеческой плоти. В большей же части жертва приносилась исключительно из идеологических соображений, дабы выказать Богу покорность и отвести гнев его от всего народа. Да. Сергей Витальевич, вы бы сами смогли убить человека?
Сергей Витальевич, вы так и не ответили. Смог бы. Убийство — неотъемлемая часть человеческой природы. Довольны? Но вы не то хотели спросить. Нет, это все. До свидания. Врете, Лера. На самом деле вам интересно, не я ли убил вашу подругу, так? А знаете, почему вы не спрашиваете? Вы боитесь услышать ответ. Вам не нужна правда. Вы хотите оставаться в той удобной реальности, которую сами себе придумали. Отстаньте от меня. Ну вы же сомневаетесь. Так какого черта дали показания в мою защиту? Я вас видела. Я вас видела собственными глазами в полседьмого у вашей машины. Вы собирали свои разбросанные папки дурацкие, потому что у вас руки дырявые. Уверена? Да, я уверена. И Ники с вами не было. Да будет вам известно, дорогая моя, что в 17:10 я тоже был около своей машины и тоже возился с папками. Почему вы уверены, что видели меня именно в половине седьмого? Вы что, смотрели на часы? Нет. Но... Даже если так, я мог спокойно отъехать, увидеть вашу подругу на автобусной остановке и предложить подвезти. Вы на 100% уверены, что сейчас на вас смотрит не убийца? Видите? Всего 5 секунд, и вы уже усомнились. Тогда о какой уверенности вы мне тут распинаетесь? Если бы не я, вы сейчас сидели бы в КПЗ. Что вы от меня хотите? Я хочу, чтобы до вас, дитя мое, наконец дошло, что романтичный незнакомец, который поит вас экзотическим чаем и пичкает забавными небылицами, не всегда хороший парень. Мир – штука неудобная. И тут надо выбирать. Или случайное приключение, которое слегка подвинуло вам башню. Или убитая подруга, которую вы так легко сбросили со счетов. Поцелуйте меня. Что? Поцелуйте меня. А вас не смущает, что я ваш педагог? Ну, вы же теперь убийца. Какая разница? Шульц! Поцелуй девушку, что вы? Если парень отказывает даме в такой просьбе, в наших краях это считается подозрительным. Першин, отвали, пожалуйста. Я не с тобой сейчас разговариваю. Что же вы, Сергей Витальевич, звоните и потом трубки бросаете? Как-то не по-взрослому. Вы плохо себя чувствуете, лейтенант? Першин, иди отсюда. А что тут такого-то? Простой парень из Ивантеевки захотел пообщаться с интеллигенцией. Просто я по телефону не расслышал. Ты это мне в лицо повтори, только четко и по слогам, а то я что-то не догоняю. Константин, если вы слышите голоса, это не ко мне. У нас есть очень хорошие специалисты. А, шутите, изволите. Я ж со всей душой. Сергей Витальевич, не надо, пойдемте. Никуда не пойдешь. У меня тоже тебе разговор имеется. Поехали. Покажу и расскажу тебе, почем в Одессе рубероид. Руку убери от меня. Отпусти ее. Если хочешь поговорить со мной, давай. Сергей Витальевич, не надо. Слышите, что там приказали? Домой вали. Ты его шлепать не пробовал, а? О, а что это такое? Драк, что ли? Или это у меня тут что-то зачесалось? Черт. Вот. Отлично. Только надо поточнее и порезче. Показать? Костя! Уйди отсюда, я сказал. И контрольный еще в голову. Затем профессура распустилась. Никаких этих нравственных ориентиров. Вещи иди собирай, мальчик из Ивантеевки. Зачем? Затем, что я сейчас заяву на тебя накатаю, тебя посадят. Обоснуй. Обосную.
Хулиганство и тяжкие телесные. Вообще-то он первый начал. У меня свидетель есть. Взял, поцарапал меня, не знаю, пуговицы, что ли, от пиджака. Мне завтра на загранпаспорт фотографироваться. В порядке он, в порядке. В сознании? Спит. Сотрясение, гематома, плюс 2 ребра сломано. Через пару недель будет как новенький. Мое здоровье никому не интересно, так я понимаю? Иди в ад, Першин! Тон его покалечил. Вы можете его выгнать отсюда, чтобы его вообще не пускали сюда? Молодой человек, вам перевязку сделали? Да. Ходить можете? Ну так идите, идите. Можно к нему? На 2 минуты. Хорошо, спасибо. Валера? Да. Он вас спрашивал. Переживал, все ли с вами в порядке. Я успокоил, сказал, что вы целы и невредимы. Да, я в норме. Скажите, ему нужно что-нибудь? Я привезу. А все, что нужно, находится в этих баночках. Да вы идите пока. А Сергей Витальевич все равно сейчас мало толку. А... Ничего не нужно. У меня неплохая зарплата. Ну, хорошо. Софья Павловна, добрый день. Оперуполномоченный Першин. Скажите, пожалуйста, вот в тот день, когда она ездила сдавать анализы, так точно, 11-го, мне нужен адрес. Да, да, 28-го. Не помните? Григорий Николаевич, добрый день, это Першин. Рецепты ее у вас сохранились? Но открылись новые обстоятельства дела. Скажите, вы не помните? Посмотрите, пожалуйста, будьте добры, там в правом верхнем углу должна стоять дата и число. Ну, территориально хотя бы. Першин, давай к Палычу, вызывает. Игорь Палыч. В общем, так. От дела тебя отстранили. Причины, надеюсь, ясны. Никак нет. Причинение тяжких телесных различной степени плюс показания твоей бывшей. Можете не благодарить. Вы мне лучше ордер дайте. Какой ордер? Скажи спасибо, что тебе не влепили административное. На обыск его квартиры. У нас есть фора ровно в неделю, пока эта мразь раны зализывает. У нас? Да. А ты давай в санаторий, к психиатру, пока не пройдет твоя паранойя. Товарищ майор, он мне правда звонил. Мы пробили. Звонили из рекламной службы сетевой стоматологии. Телефон на канале. Игорь Павлович. Игорь Павлович. И Дмитрий подтвердил. Так что давай считать, что это тебе показалось. Я ясно излагаю? Ясно мне, что псих на свободе, а вы перекладываете бумажки с угла на угол. Псих у нас один. Это ты. И чтобы без справки об обратном в отделе не появлялся, все, свободен. Оперуполномоченный Першин. Могу задать пару вопросов? Пожалуйста. Скажите, пациент из 16-й палаты. Шульц? Да, именно. Он до сегодняшнего дня бывал у вас в больнице?
Разумеется, и не раз. А причины? А Сергей Витальевич путешественник, и у него застарелая травма пояснично-крестцового отдела и правой коленной чашечки. А я могу узнать точные даты его визитов? Ну да, в медкарте должно быть все зафиксировано. Но это не ко мне, это вам к зав. Отделению. Ольга Григорьевна, тут вас товарищ спрашивает. Ерохину 250 феназепам сделай. Что вам нужно? Медкарта Шульца и... Так, кто вас пустил? Я звонила вашему начальству. Меня заверили, что вы здесь больше не появитесь. А я вот появился, вот незадача-то. У нас коммерческое отделение. Я не позволю типу, который нанес пациенту черепно-мозговую травму, слоняться по нашему коридору. Как вас зовут, Ольга Григорьевна? Мне глубоко по барабану, сколько вам тут отстегивают, чтобы поваляться на ваших розовых простынях. Я должен выяснить обстоятельства дела. Я их выясню. Вас отстранили. Хотите, я позвоню вашему руководству? Слышь, тетя доктор, ты в канаве. Не боишься очутиться? Так, случайно. Охрана! Или, может быть, дочка у тебя есть? Как зовут? Катя или Таня? И не дозвонишься ни до кого, никого не будет. Ни полиции, ни вот этих двух. Ты что творишь? Ты следующий хочешь быть, что ли? Пожалуйста! Здоровье! Почаще одна на улицу ходи! Я вас обманул. В смысле? Я бы не смог. Ну, это сразу было понятно. Какой из вас убийца? Вы драться-то толком не умеете. Все. Слетел флёр таинственного мерзавца. Да и не было никакого флёра. По-моему, сразу видно, что вы рохля. А, все старался, пыжился что-то там. Всегда был для вас открытой книгой. Ну, ничего страшного. Вы тоже все сразу про меня поняли. Нет, не все. Мы ехали в машине вдвоем с папой. Он за рулем, а я песни ему пела, чтобы не заснул. Потом все, не помню ничего. Очнулась, а мы уже перевернулись. Мне вообще ничего, он не двигается. У него след от шоколада здесь. След остался, а папы нет уже. Потом полчаса ждали, пока нас вытащат. Почему-то спасатели очень долго ехали. А потом? Ну что потом? Все. Делаю вид, что все нормально. И мама тоже. С тех пор почти не разговариваем. Пройти себя супер-женщин? Ну да, типа сильные. Типа бережем друг друга. Что она должна вам сказать? Я не знаю. Ну, папа умел как-то слова находить, а она нет. Прям как вы, да? Лучше зубы сжать и с вышки прыгнуть, чем разрыдаться у мамы на плече. Вы не виноваты, Лера. Что? Вы же это хотите услышать. Скажите еще раз, пожалуйста.
вы ни в чем не виноваты. Старик, подожди, Дима, мало времени. Короче, послушай, там очень много неясного, но есть совпадение. Мы тупо пропустили. Мы думали, нет системы, только туфли, возраст, ну и Минское шоссе. А там все не так. Подожди, давай по 5 капель. Понимаешь, там было общее место. Каждая из них ходила в больницу, в 12-ю, которая как раз на Минском шоссе находится. За день, за два, за три дня до убийства. Держи. Шульц был там очень часто. Каждая из них знала его, поэтому они садились к нему в машину. Слушай, теория очень интересная. Но ты понимаешь, что в нашем Кукуево они могли с тем же успехом ходить, не знаю, в один и тот же солярий, в магазин. Просто сходи в больницу, возьми его карту и проверь. Меня не пускают туда. Угу. Дату, время, потом сопоставим и все. Окей. Только дай мне слово, что ты сейчас сделаешь вдох-выдох и готов будешь рассмотреть какую-нибудь другую версию. Угу. Кость, ну тебе просто хочется, чтобы это был он. Вот и все. Сволочь ты, Дмитрий Станиславович. Как тебе такая версия? Кость. Кость. Греби в болото, опер. Без тебя разберусь. Да подожди ты! А Петровичу передай. Першин запил. Сидит, телевизор тупит. Манчестер Юнайтед, Ливерпуль. Красные дьяволы! Идиот. Да. Что, лейтенант, зубы лечить будем? Ты где, мразь? Отличный вопрос, Костя. Но ты ведь знаешь, мы оба с тобой знаем. Я ж тебя все равно поймаю, сволочь. А я ведь не прячусь, Костя. Но достать ты меня не сможешь. Засекай время. Тик-так, тик-так. А знаешь почему? Потому что я тебя вижу, и ты меня нет. Я везде, Костя. Я никуда не уходил. И девочка твоя умрет очень скоро. Наверное, даже сегодня. Но в этот раз будет интереснее. Ее долго будут искать. Куда бы нам ее спрятать, как ты думаешь? А потом мы сядем с тобой, просто вместе поплачем. Ты и я. Глупая, мертвая девочка. Извините. До свидания. Осторожнее на улицах. Не надо ходить по краю, Лера. Вы все равно не поймете, что он тогда почувствовал. Поворачивайтесь, Сергей Витальевич. Садись, подвезу. Машину помой сначала. Неправильный ответ. Садись, я сказал. Отвали от меня. Слушай, не заставляй считать до трех. Раз. Два. Он сказал, что ты сегодня умрешь. А умрешь, Лера Павловна, это значит навсегда. Поняла меня? Почему ты не в тюрьме, а? Потому что я мент. Смирись. Слушай, Першин, ты не мент, ты подонок. И в твою ублюдскую тачку я больше никогда не сяду. Что,
Опять не страшно? Больная скотина. Алло, полиция. Там за мной какой-то псих гонится. По улице Вересаева, 8. Пожалуйста, приезжайте быстрее. У него серый Nissan, лобовое стекло разбито. Он что там стоит? Алло, Дим. Привет. Привет. Доктора вызывали? Да, спасибо. А ты чего снимать это? Не надо, пожалуйста, не надо. Понятно. А мать где? На дежурстве. Ты видел его, а? Докладываю. Во дворе по указанному адресу лейтенанта Першина и его раздолбанного авто не обнаружено. Дозвонил я ему. Дома он водку пьет, футбол смотрит. Слушай, ну может не все так драматично, а? Ну повздорили. Константин Сергеевич неадекватно среагировал, все. Димон гнался за мной на машине и орал, что я сдохну. Ну, дембель, чё? Ну, сервак у него подвисает. Ну, ты чё, фильм про войнушки не смотрела, что ли? Ну, а почему у тебя-то не подвисает ничего? Ну, очень даже подвисает. Очень даже. Только у меня осенью. А у него летом. У нас по очереди. Я учту. Ну, мы работаем над этим, правда. Спасибо тебе, что приехал. Да ладно? Не надо было тебе звонить, поздно уже. Нормально. Слушай, ну хочешь, не могу остаться, поболтаем, страшилки друг другу рассказываем. Ну все. Все нормально, правда, спасибо. Ну я с ним поговорю. Если что, в репу дам. Хорошо. Ну ты это, Костя, конечно, псих, но... Тебя никогда не обидит. Ладно, пока. Спасибо. Я все равно войду.
Прости, пожалуйста, я забыла ключ вынуть из двери. Кошку кормила? А что, надо было? Там корм в красной коробке, где сахар сверху. Мам! Что? Ему воду из фильтра или из-под крана наливать? Давай из фильтра. Да, Дим. Привет. Приезжай в отделение и к Палычу в кабинет сразу. А что случилось? Просто приезжай, это срочно. За тобой заехать? У тебя нет машины, Дим. Итак, вчера около 23 часов вы позвонили в Ильинское ОВД и вызвали наряд. Могу я узнать, что произошло? А что, дежурный вам не доложил? Лера. Ну что со мной, как с дурой-то? Доложил. Он сказал, что информация была сбивчивая и крайне истеричная. Так что давай по существу. Давайте. Я позвонила в полицию, потому что лейтенант Першин грозился переехать меня на своем автомобиле. А потом гнался за мной до самого дома. Так, по существу? По существу. В котором часу он ушел? Ну, около 0 часов ко мне приехал сержант Рогов. И сообщил, что Першина в моем дворе нет. Но после того, как Дима уехал, лейтенант Першин снова ломился ко мне в дверь, за что я отхватил из газового баллончика в физиономию. И после этого он больше не появлялся? Ну, во всяком случае, около половины первого его вопли в подъезде прекратились. Но лучше у соседей спросите. Спросили. Узнавали. Они сказали, что в 0:25 лейтенант Першин покинул здание. Вам известно, кому принадлежат эти вещи? Нет. Нет. А в чем дело? Эти вещи принадлежат девушке, чье тело со следами посмертной маски на лице было найдено недалеко от вашего дома. Смерть наступила около часа. Участковый, который обнаружил тело, вспомнил про ваш телефонный звонок. И сообщил, что лейтенант Першин находился как раз недалеко от места преступления. Соседи показали, что слышали неадекватные выкрики лейтенанта, которые, как вы и подтвердили, утихли после 0 часов. Продолжайте. В связи с этим на квартире лейтенанта был произведен обыск, где были обнаружены вот эти трофеи. А также посмертные маски двух последних жертв. Личность убитой во дворе пока не установлена, так как ни документов, ни мобильного телефона при ней не обнаружено. Что вы хотите от меня услышать? Что-нибудь нерациональное, не по существу. Что лейтенант Першин – отличный парень. Что, да, конечно, он хам и провокатор, но ни разу не убийца. Что это все бред, чепуха. Колет тебе в машине метоксикал, и ты отключишься. А очнешься где-нибудь в лесу, где ни мамы, ни бабушки, никого нет. Никуда не пойдешь, поняла? Поняла, я сказал. Почаще одна на улицу ходи. Что? Опять не страшно? Могу еще.
Но нет у него алиби. Остальное – рефлексии и сплошное нытье. Вот где он был 17 числа вечером? Не знаю. А, он с Леркой ругался. Это Серый подтвердит. Через 2 часа красивой девушке перерезали горло, так же, как вчера. Да не он это и все, товарищ майор. Да понятно, что не он. Что это какой-то другой Костя, который не ведает, что творит первый. И если экспертиза подтвердит этот диагноз, считай, что ему крупно повезло. Да нет никакого другого Кости. Есть только один Костик, который меня, раненого, под обстрелом из-под аргуна вынес. Дим. Если это вдруг окажется он, то я лично подам рапорт об увольнении. Считайте это рефлексией, беспонтовым нытьем, как хотите. Здравия желаю, товарищ майор. Сержант Рогов. Дим. Аппарат абонента выключен. Отлично, теперь я во всем виновата, да? А ты уж сама реши, виноват ты или нет. Дим, что мне было делать, скажи? Отмалчиваться или что, ложные показания давать? Не знаю. Ты когда Шульца прикрывала, таких вопросов не задавала, что... Потому что я знала. Я была на 100% уверена. Что ты знала? Просто один мальчик понравился, второго разлюбила. Вот и вся философия. Да, только Шульц не пытался меня убить. А откуда ты знаешь? Ты девочка с улицы Вересаева. Коготь свой нацепила, думаешь, все про всех поняла, да? Пошла ты знаешь, куда, Лер Павловна. Ты что, машину купил? Прикинь. А утром ты даже предположить этого не могла, да? Знала она. Травмы головы были? Мне повторить вопрос? Мигрени, головокружение случаются? Константин Сергеевич, вы мне не помогаете. Похоже. Понятно. А это? Можно мне вон то еще раз? Черепаха с парашютом прыгает. Ну, допустим. Можно воды? Сержант Рогов, уголовный розыск. Я вас помню. Извините, что не встаю. Врачи пока не рекомендуют. Мне нужно задать вам пару вопросов. Да вы устраивайтесь поудобнее.
Судя по вашему торжественному виду, разговор будет долгим. Спасибо. Итак, скажите мне, пожалуйста, где вы находились вчера, ориентировочно с 23:00? Ну, сначала пытался сходить в туалет при помощи того чуда изобретения. Потом медсестра принесла какие-то желтые таблетки. Дальше все как в тумане. А что случилось? Сегодня ночью на улице Вересаева была убита девушка. Обрывки одежды, личные вещи, посмертная маска были найдены на квартире у лейтенанта Першина. И нет сомнений, что ему это кто-то подкинул. И вы хотите, чтобы этим кто-то оказался я? Я просто хочу знать правду, Сергей Витальевич. Ну, хорошо. Записывайте. Мне и самому признаться, надоел весь этот балаган. Но учтите, сержант, вам очень не понравится то, что вы сейчас услышите. В прошлом году я читал курс лекций о психологии убийства и культе смерти в различных этнических сообществах. На удивление народу собралось много. Медики, криминалисты, писатели какие-то. На первой же беседе я рассказал о традиции снятия посмертных масок шаманов Маконда. Тема приобрела неожиданный резонанс. Из зала приходили записки с вопросами. Текст одной из них меня насторожил. Автор требовал технических подробностей ритуала. Приспособления, материалы и прочее. Это не относилось к теме лекции, и я проигнорировал этот вопрос. Однако автора это не смутило, и записки приходили снова. Через пару дней в одной из них все тот же незнакомец поблагодарил меня и сообщил, что на практике все оказалось куда интереснее. Я старался не придавать этому значения, но тут из новостей я узнал, что в нашем округе, недалеко от Минского шоссе, был обнаружен труп девушки со следами посмертной маски на лице. Никаких сомнений в причастности к убийству автора записок у меня не было. Я взял анкеты всех, кто зарегистрировался на семинаре, и попытался сличить их с почерком записки. У меня ничего не вышло, и я отправился в местный Скотланд-Ярд. Лицо лейтенанта Першина показалось мне знакомым. Но я, дурак, был так захвачен всем этим внезапным триллером, что снова не придал этому никакого значения. Но после того, как товарищ опер уполномоченный настоятельно порекомендовал мне не лезть не в свое дело, я как-то сразу вспомнил, где я видел его раньше. Это был тихий слушатель, который, в отличие от остальных, не вступал в дискуссию. Так вот, Константин Сергеевич популярно мне объяснил, что если я расскажу кому-то о нашей односторонней переписке, то он с легкостью переведет меня из ранга свидетеля в разряд главного подозреваемого. Ну, ведь понятно, кому поверят скорее. Бравому сотруднику органов или заезжему болтуну, который публично распространялся о посмертных масках. Ну, я, конечно же, струсил и позорно дезертировал к своим людоедам. А вернувшись через несколько месяцев, я узнал, что убиты еще 4 девушки. Как бы мне не хотелось, но обстоятельства ставили меня перед выбором.
Идти ва-банк было бессмысленно. Я решил действовать от обратного. Нужно было всего лишь вызвать к себе подозрение и привлечь внимание правоохранительных органов. Ну, что вы, как помните, мне с легкостью удалось. Зачем? Я знал, с кем имею дело. Логика психопата скучна и предсказуема. Его ничто не может вывести из равновесия, кроме как действия самозванца, который является неизвестно откуда и пытается присвоить лавры его злодеяний. Это ломает исходный алгоритм. Маньяк начинает нервничать и, в конце концов, выдает себя. Сергей Витальевич, и вы считаете, что я должен поверить во весь этот бред? Это вы пришли ко мне, а не я. Мои слова – это всего лишь вихрь информации, пронесшийся по вашим нейронам. А что с ней делать? Решать вам, сержант. Господа студенты, от лица убойного отдела нашего Красногорского ОВД я уполномочен сообщить. Информация касается всех, но особенно женской части аудитории. В нашем округе совершено несколько зверских убийств. Жертвы
Молодые девушки от 18 до... А что, убийцу еще не поймали разве? Следствие ведется, но в любом случае это закрытая информация. Итак, уважаемые дамы, в целях вашей же безопасности вам настоятельно не рекомендовано ходить по улицам в одиночку, особенно в темное время суток. А пару дней назад же был какой-то другой, да, подозреваемый? Кто убийца-то? Тот, этот? Хватит, а? А что хватит? Я имею право знать. А также садиться в машину к незнакомым мужчинам. А может, вообще маньяка никакого нет, а? Ну, технологии вербального запугивания мы же проходили, знаем. Жукова, проветрись, а? А вы их меньше слушайте. Сами не знают, что творят. Боже мой, защитники темных кварталов. Так вот! Все, приехали. Веточку дай. И это, парни, без обид, ладно? Жукова! Жукова! Оглохнуть не боишься, женщина? Чего ты орешь-то? На телефон что не отвечаешь? Что, мы с тобой уже опять разговариваем? Разговариваем. Першин сбежал. В смысле? В смысле? Бегом из пистолета, в смысле? Поэтому я бы на твоем месте вот так спокойно по улицам не расхаживал бы. Дим, ты мне сам говорил, что он мне ничего не сделает. Ну, говорил, мало ли. Слова — это так, сквозняк в башке идиота. С Шульцем переобщался. А какая разница-то? Поехали, я тебя до дома подкину. Там пару дней посидишь, там телевизор посмотришь, уроки поделаешь, не знаю. А Василюк Серегу уже у подъезда дежурит. Дим, ну хоть ты с ума не сходи, а? Да я спокоен, как Боинг в полете. Поехали, а то у меня санкции от Палыча. В случае твоего сопротивления сильно с тобой не церемонится. Ну, окей. Окей. Только я поведу. Чего? Ничего, я поеду за рулем, иначе я вообще не поеду. Да размечталась. Вот только попроси у меня еще хоть раз мой квадрик. Ладно, ладно, поехали. На. Поцарапаешь, голову тебе откушу, поняла? Ух ты. Лифт на 4 дюйма. Ага. Слушай, а колеса 33-й, да? Угу. Дмитрий Станиславович, ну как же так? Новая машинка, а саморезик уже словил. Где? Вон там, под задним колесом. Ну вон же, внизу там. Где? Да, Лер, отнес... Лер! Лер! Куда? В больницу, Шульца предупредить. Машину там оставлю, не злись, ладно? Черт! Далеко. Помнишь меня? Кричать не рекомендую. Я псих. Маньяк. Могу неадекватно среагировать. Как слышно меня? Прием.
Девушка, а где Шульц? Кто? Из 16-й палаты. Сергей Витальевич, так он выписался. В смысле, когда? Утром даже капельницу не дал поставить. Так, может, вставать нельзя? Под личную ответственность. Расписку написал и уехал. Слушай, он сам уехал, что ли? Ну, позвоните ему. Спасибо большое. Как же я не догадался позвонить. Давай, Шульц, растяпа, бери трубку. Приедет он с тобой, будьте слово из 6 букв. Далеко собрался? В 12-ю больницу, товарищ майор. Заболел? Нет, открылись новые обстоятельства, нужно опросить персонал. Паранойя, Рогов, заразна. А мы тут все немного не в своем уме, Игорь Павлович. Ну, работа ж нервная, куда деваться, да? А потом мы тебя с собаками разыскивать будем. Смотрите. Красовская Алла Сергеевна за 2 дня до убийства была в 12-й больнице у Лора. Терещева Светлана Валерьевна была в той же больнице за 3 дня до убийства. Демченко Марина Романовна работала в 12-й больнице в столовой. Мне продолжать, Игорь Павлович? Значит, и мне недолго осталось. Я там недавно офтальмолога посещал. Не смешно, товарищ майор. Да нет, очень даже смешно. Ты бы видел сейчас свою уверенную физиономию. Уверенную? Уверенную? Вы думаете, я тут такой уверенный, да? Хожу и понимаю, где право, где лево. Да у меня мозг взрывается от всего этого вселенского кавардака, который здесь происходит. Тогда прекрати загоняться! Подозреваемый сбежал. Твоя задача его обезвредить, а не строить тут теории на случайных совпадениях. Товарищ майор. Что? Товарищ майор, жертву опознали. Анна Велихова, 24 года. Медсестра травматологического отделения в областной больнице. Какой больнице? А вы догадаетесь, Игорь Павлович. Догадайтесь! Номер, номер! Это 12-я. Девушка! Девушка! Сержант Рогов, уголовный розыск. Скажите, пожалуйста, где я могу видеть зав. Отделением? Одну минуточку. Спасибо. Ольга Григорьевна сегодня не принимает. Приходите завтра. Девушка, мне не напри... Ольга Григорьевна! Ольга Григорьевна! Итак, продолжим. Оставьте меня. Вопрос первый. Когда вы последний раз видели вашу сотрудницу Анну Велихову? Да что ж вы все от меня хотите-то? Да пейте, пейте. Не скажу никому. Вопрос повторить? Я уже сказал. Кому? Этому из ваших. Глаза бешеные, пистолетом размахивал. Бывает. Ему что ответили? Во вторник вечером, после смены, Анна собиралась домой. Зашла спросить о внеурочных. Сегодня на работу не явилась. В ночь со вторника на среду ее убили. Она с кем-то еще разговаривала до отъезда? Шульгиным, Пашкой, медбрат из приемного. Им в одну сторону было, вместе и поехали, ну, я не знаю. Так, ой. Ольга Григорьевна, адрес телефона этого Шульгина, пожалуйста. Я говорила этому Першину. Ольга Григорьевна, пожалуйста.
Хорошо, пишите. Шульгин Павел? Где? Павел Шульгин, ты? Эвелин. Чего? Эвелин Горелов. Проблема? Документы предъяви. Сначала ты. Да, да ладно, ладно, тихо ему. Документы! Сейчас. Это кто? Гертруда. Не трогай, она в депре. Если их брать 3D в Грузии, так мы громко не делали. И до 21 имеем право. И нечего по батареям стучать. Мы тоже трепетные. Шульгин где? В аду. А поточнее. Ну откуда я знаю? Ну, он вообще редко появляется. 2 дня не было. Попьем, что ли? Ключи запасные где? А пожалуйста. Добрый день, Лев. А Сергей Витальевич? Проходите. Сергей Витальевич. Допрыгался. Домой, видишь ли, захотелось. Говорят, им не вставайте, рано вам. Все принесем. Все для вас сделаем. Лежите. Трещинки в потолке пересчитывайте. Домой приехал и поплохел. Хорошо, что у него хоть визитка моя была. А где он? Кухня. Чай пьет. Потому что слушать надо, что доктор говорит. Наверное, они там практику проходили. А вот теперь, дружище Эвелин, давай-ка вспоминай. Куда отправился твой сосед Павел? Давайте только без этого, я и по-хорошему понимаю. Давай, давай! Ну, брат к нему приехал из-за границы. Он у него иногда зависает. Фамилия, адрес? Откуда я знаю? Сергей, вот, феньку мне подарил. Сказал, что от демонов. А нафига мне? Я же сам демон. Вершин! О! Поехали! Стой! Я вообще-то тебя арестовать должен. Успеешь. Был у него? Да. 3 гипсовые маски в коробке. А еще он брат Шульца. Погнали. Ну не веришь, поднимись, проверь, только время зря потеряем. Дима! Определись, веришь мне или нет? Да поехали! Дай сюда ключ. Знатное ведро. О чем брал? Да это Василюка. Мою Иллерку гнал. Шульц поехал спасать. Раз, 2, 9, 5.
3-4 не шумят, если кто-то закричит, волк того леса мчит. Что? Ничего там нет? Это потому, что я пошутил. И ты умерла понарошку. А сейчас будет разница. Вот увидишь. Хитрый ты, да? Думаешь, нацепил коготь Ямды, и твою подругу никто не тронет? Никакая она не жрица. Смотри. Все? Ямды тебя больше не любят? Зато я люблю. Я тебя очень люблю. Ты же... придешь ко мне, правда? И все потом расскажешь. Самая красивая моя девочка. Чувствуешь? Запах. Это не страх. Это уже там. И ты уже там. И со мной. Навсегда. Будет очень красиво. Ты только на меня смотри. Ага. На меня. И лети. Ты же испугаешь. Лерка! Не бойся, они не успеют. Больно тебе, Пашенька, да? Больно? Отпусти, я нечаянно, мы просто так играли. Поплачь, поплачь, поплачь. А я тебя пожалею. Злой, тебе знаю нельзя. Ну, придется, придется. Так что давай, не дуркуй. Топай, вставай. Я не хочу, отстань! Ты не знаешь правил, ты подглядывал. Я даже спрятаться не успел. Костя! Ау, Костя! Ты где? Все? Ты больше не вода? Сережа тебя накажет. Сереж! Скажи ему, что так нечестно! Отпусти его, Першин! Сергей Витальевич, ты арестован. Давай бросай ствол на землю. Только медленно и аккуратно, как в кино. Видел?
другой расклад, Костя. Ты дашь там уйти, и девочка не пострадает. Начинаю считать до трех. Раз. И что сделаешь? Башку прострелю твоему брату. Оказание сопротивления при аресте. Два! А я тогда ей. И будет два трупа. Печальный конец истории, согласись. Убери ее, братик. Да она сама хочет, я по глазам ее видел. Мертвая не совсем. Тихо. Да это не больно, честное слово, и почти не страшно, смотри. Дима. Прости. Царапала? Нет. Хочешь, тебе помою машину? Хочешь, квадрик мой забирай? Не ко мне это все, Лер, по-моему. Костя! Че? Да, не знаю. Телефон новый разбила. Потеряла наушники еще. Да бред, все, ладно. Неважно. А почему Шульц? Отец. Еще в 60-х. Его в комсомол не брали. И он сменил несоветскую фамилию на идеологически правильную. Я, когда получал паспорт, взял нашу старую. А Пашка... Ну, в общем, так и остался. Это он вам посылал записки на семинаре? Да. Лейтенант Першин был только на первом занятии, но ему вскоре наскучило, и больше он не приходил. Я не хотел верить, что это Пашка, но его почерк ровный, девчачий. Было сложно не узнать. Я ничего плохого
не заподозрил. Его с детства интересовали вопросы смерти и все, что с ней связано. С тех пор, как умерла наша бабушка, и он просидел с ней 2 дня на даче, пока родители не приехали. Они просто ничего не знали. Но после семинара я узнал о первой убитой и нашел у него посмертную маску. Он даже не прятал ее. Я не знал, что делать. Какая-то бессильная тупость. Ну, я наорал на него, врезал ему. А он плакал, как ребенок, и просил прощения. Клялся, что больше так не будет, что на практике в морге на него что-то накатило. Я поверил, или хотел поверить, чтобы весь этот кошмар перестал быть правдой. Ну, а дальше как-то все утихло. Пашка учился в меди, работал. Я уехал к своим туземцам. А когда вернулся, было уже 4 трупа. Вы не сомневались в причастности вашего брата? И снова решили не заявлять? Я решил отвезти его в Европу, в частную психиатрическую клинику. Там работает мой приятель, я договорился. Но я должен был быть убежден, что он не наследил тут и нас не возьмут на границе. И что после лечения нам будет куда возвратиться, не опасаясь, что Пашка на крючке. И решили нас спустить по ложному следу. Ну, да. Учитывая, что моей студенткой оказалась бывшая девушка вашего опера, привлечь к себе внимание оказалось простой задачей. Пару эффектных трюков. И вот уже я главный подозреваемый в деле о серийном маньяке. Вы весьма рисковали. А, ничуть. На время каждого убийства у меня было алиби. И в любой момент я мог его предъявить. В допросах я выяснил, что у вас нет зацепок, и я могу беспрепятственно вывести его из страны. Но тут все слегка пошло не по плану. В больнице я увидел, что лейтенант Першин разговаривает с моим братом. Он, видимо, понял, что всех убитых объединяет одна единственная больница и скоро может заподозрить Пашку. Пришлось действовать быстро и как можно скорее подставить другого парня. Ну, лейтенант Першин оказался удачной целью. Вывести его из себя и заставить действовать эффективно оказалось проще простого. Как вам удавалось совершать звонки с телефона рекламной службы? А, это не я звонил. Это воспаленный мозг вашего лейтенанта сам себе придумал телефонного террориста. А я лишь воспользовался этой идеей. В следующий раз, правда, я сам звонил. Лейтенант на тот момент зарекомендовал себя как отъявленный параноик. Звонки вряд ли бы проверяли, и план сработал. Лейтенант реально слетел с катушек. А мне оставалось только обзавестись очередной жертвой. Искать кого-то вне больницы не было времени. И выбор пал на Анечку, обладательницу красных туфель и печального взгляда. Ну, а подкинуть улики на квартиру лейтенанту было делом техники. Подождите, подождите. Выходит, вы сами указали брату на его последнюю жертву? Молодой человек, вы же в полиции служите? И что? Ни разу не видели негодяев? Вы меня удивляете, право, товарищ сержант. Ну, а дальше
все полетел в тартарары. Перед самым отъездом брат случайно заглянул в билеты и понял, что я его обманывал, что едем мы вовсе не в Мавританию к шаманам Маконде, а в какой-то чертов Зальцбург. Ну, а дальше вы сами все знаете. Погоня, перестрелка, счастливый конец. Шульц, может быть, вы и сейчас нам наврали? Ай, вполне, лейтенант. Вполне может быть. Забавно будет, если меня посадят, а через пару недель на минке обнаружат очередной труп. Да? Константин Сергеевич. Да ладно. Расслабьтесь. Можете давать занавес и начинать аплодировать. Я дома. Как в институте? Перевожусь. На факультет микробиологии. Почему? Ну, какой из меня психолог? Профессия какая-то неперспективная. Поесть что-нибудь есть? Курица и рис в холодильнике. А где кошка? Хозяева пришли и забрали. И как ее звали? Вайнон. Ой, Кость. Настенька, я тут... Ты проходи. Я, собственно, на минутку. Ну, проходи, проходи. А я кекс как раз поставила.
давно не пекла, а тут на тебе. Знаешь, тесто получилось, а с температурой тут не угадаешь даже. Прям с вокзала, что ли? У родителей был. У меня аж Светка родила. Так что я теперь дядя. Вот он, Григорий, глядите. Ой, какая прелесть. Потом к брату в Ярославль поехал. На леща вместе ходили. Пристройку там доделал. Угу. Помогал, в общем. Тишина там, оглохнуть можно. Угу. Думал обо всем. Потом вот приехал. Ну и чё, правильно, Кость? А чё я вот сижу? Меня Лерка к себе зовет, говорит, красиво. Английский заставляет учить меня. Программу мне какие-то закачала. Сижу, зубрю, вот. Вот, а я уйду и на... Ну чё, не знаю, ехать, нет? Конечно, не ехать. А у меня работа по интернету, а вдруг Wi-Fi не будет толком? Вон, Зинаида Степановна ездила в Грецию у нас, так там вообще только на ресепшене ловила. А чё ты мне ешь, не нравится? Попробуй. У меня еще сыр есть, адыгейский, хороший. Ща. Ой, я вообще что взяла себе-то, Кость, ты-то как? А? Не знаю. Ну, в отдел, наверное, вернусь. Или вон инструктором пойду. У меня же разряд по экстремальному вождению. Так что... А вам Лера пишет? Конечно. Вчера по ноутбуку звонил мне. Два часа трещали с ней, как эти. Фотографии присылает, такие красивые, сейчас покажу тебе. Я даже не знал, что такие бабочки бывают. А ты куда? Другой раз, ладно? Подожди, я тебе хоть печенье с собой положу, ну чё? Кость, ты заходи, мне кормить-то некого, так что... Да не надо. Вот, бери, бери. Спасибо. А тебе пишет? До свидания. Ну, пока, Кость. Все, на Шульц, подъем. Корреспонденцию получите. Здравствуйте, Сергей Витальевич. Долго думала, правильно это... или нет, и все же решила вам написать. Должна сообщить, что Африка — это действительно чудо. Здесь как нигде чувствуешь себя живой и даже какой-то вечной. Спасибо, что подарили мне ее. А еще за то, что не выстрелили в меня тогда. Также хочу сообщить, что эпидемия белой лихорадки в регионе Нуакшота побеждена. Спасибо местным колдунам и нашим ребятам из врачей мира. В знак особого расположения местная жрица возвела меня в ранг Нури и сделала мне татуировку в виде ящерицы. Но теперь мне совсем ничего не страшно. А еще она сказала, что тот коготь, который вы мне подарили, надо непременно сжечь. Тогда злые духи оставят меня, и я
забуду про все плохое. Но я продолжаю носить его на шее, чтобы помнить.